Василю, ось ти в нас татко в квадраті, можна сказати. Скажи, чи є в тебе, у твоїх діток, улюблена, але небезпечна іграшка? Ну, як тобі сказати, якщо ти маєш на увазі комп'ютер чи телевізор, то це, так, мабуть, не іграшка, але така штука, яку приходиться контролювати. Така штука? Так, ну, знаєш, так жорстко контролювати, скільки можна, скільки не можна. Але улюблена? Ну, я б не сказав, що улюблена. Так, чого ти про неї говориш? Ну, тому що це, як то знаєш, от якщо про небезпеку якусь казати, так, наприклад, для зору, так, діточок, то це така штука, яку треба контролювати мені. Тобто, люблять діти мультики, так? І навіть зараз ми програму з тобою ведемо, а дітки вже сидять і чекають, коли ж скажуть, що буде мультфільм. Поки чекають дітки, ми все ж таки запросимо до ваших телевізорів і дорослих, тому що зараз у нашій студії обласний офтальмолог Красиміра Рилькова. Доброго вам ранку. Вітаємо вас. Ми сподіваємося на ваші корисні поради для батьків і для дітлахів, і на те, що канікули, які розпочинаються, принесуть діткам відпочинок і здоров'я, і загалом і для оченят. Ваші корисні поради. Отже, які найбільші небезпеки чатують дітлахів на канікулах? Ну, во-первых, я хочу поздравить как детей, так и взрослых с началом летних каникул, потому что такая долгожданная пора абсолютно для всех. Просто меняются приоритеты, меняется образ жизни на эти 3 месяца. Да? А вот для лікарів це також очікувана пора літнього, ну, так би мовити, спаду дитячого травматизму, якогось відпочинку, чи це навпаки якийсь тривожний період? Ну, каникулы – это всегда тревожный период, потому что, ну, начиная с того, что как бы это хорошее время для того, чтобы оздоровить детей, да, и в то же время дети массово выходят на улицы, они сплачиваются в свои детские коллективы, и, соответственно, в силу своего возраста это активные игры, соответственно, повышение процента детского травматизма. Вот поэтому как бы пора, это всегда горячие каникулы. 76-92-42 я запрошую до нашої розмови. І ваш, шановні глядачі, якщо у вас є запитання, телефонуйте під час бесіди. Нагадую, що у нас Красиміра Рилькова, обласний офтальмолог і завідувач дитячим відділенням Миколаївської обласної офтальмологічної лікарні. Є запитання, телефонуйте. 76-92-42, прошу. Ми тут з Галі почали говорити о таких небезопасных игрушках, да, таких как компьютеры, телевизоры, вот все-таки немножко о той, ну, я не знаю, опасности или, скажем так, осторожности, которую следует проявлять, наверное, вот детям с этими вещами. Дітки залишаються, у них багато вільного часу, залишаються вдома, і найпростіше це ось такий жест вимкнути телевізор або комп'ютер. Скільки часу можна проводити і як це пояснити, як навчити дитину правильно поводитися із ось такими приладами? Ну, время нахождения перед компьютером, оно минимально должно быть. Минимально, поскольку это нервное перевозбуждение, зрительное напряжение, это перевозбуждение нервной системы ребенка. То есть это минут 20. Максимум. Ну, да, минут 20 максимум. Хотя я понимаю, что за 20 минут современный ребенок, конечно, не успеет даже пройти до какого-то этапа игры, да. Но просто образ жизни наш совершенно поменялся, да. Вот я говорю, что дети массово на каникулах выходят на улицу. Может быть, я не совсем правильно сказала, да. Это раньше было так. Сейчас зачастую дети просто сидят дома. Сидят дома за компьютерами и успешно садят свои зрительные функции перед вот этими всеми мультимедийными устройствами. И разлаживают нервную систему. Ну, это естественно, потому что компьютер, он, естественно, перевозбуждает нервную систему. Вот за 3 месяца какой вред может принести компьютер? Ну, мы же бесконтрольная. Мы же видим сейчас, как повсеместно увеличивается процент близоруких детей. На сегодняшний день близорукость – это абсолютно нормальное явление. Я уже когда-то говорила в нашем эфире, что близорукость до -3 вообще на сегодняшний день является нормой. Как ни странно бы это звучало. То есть вот эти потери зрения, они являются вполне нормальными, закономерными. Вот. Потому что природа так адаптирует человечество, население, чтобы эксплуатировать наши глаза для работы без очков десятилетиями. Да? Мы знаем, что близорукость в детстве, она вам гарантирует ту ситуацию, когда вы с 40 лет очки не одеваете для близкого расстояния, как это делает человек с хорошим зрением. Да?
То есть происходят вот эти сегодня... адаптационные механизмы. Сокола уже сегодня не нужно, сокола не нужно, да, на охоту идти не надо. Вот, поэтому, понимаете, улица, с одной стороны, опасна, но опять-таки опасна как? Мы должны предупреждать детей, как проводить время на улице, да, то есть как максимально себя обезопасить. Но в то же время улица – это очень здорово, это хорошо, потому что наши глаза, они не концентрируются ни на каком конечном объекте. Наши глаза смотрят вдаль. Когда глазки смотрят вдаль, это очень хорошее упражнение для расслабления глаз. Зрительные оси идут параллельно, то есть они ни на чем не фокусируются, да. И вот мышцы абсолютно расслаблены. Как только мы начинаем концентрироваться на каком-то объекте, зрительные оси начинают сходиться. То есть идет напряжение аккомодации, аккомодационной мышцы. А когда чем ближе изображение, тем сильнее эта мышца напрягается. Когда мы говорим, что низко наклоняться нельзя, это нельзя. Потому что чем ниже, да, маленький ребенок может видеть на достаточно близком расстоянии за счет того, что аккомодационный механизм у него очень мощный. Вот. Но чем ближе это расстояние, тем сильнее идет перенапряжение аккомодационной мышцы. Она привыкает работать, находиться в таком тонусе, гипертонусе, и потом в какой-то определенный момент расслабиться и дать качественное зрение вдаль она не может. Скажите, пожалуйста, вот такой конкретный вопрос. На каком расстоянии лучше всего, особенно маленьким деткам, смотреть мультфильм, вот если смотрят на компьютере мультфильм, да, или, скажем, смотрят телевизор? Лучшее расстояние, безопасное, наиболее для глаз? Ну, существуют диагонали в дюймах, да, поэтому мы знаем, там 17 дюймов, это 1,70 м, там 34 дюйма, это 3,40 м. То есть тут корреляция четкая и понятна. Главный момент, вы должны понимать, что ваш ребенок действительно видит хорошо. Потому что ребенка надо осматривать в 3 месяца, в 6 месяцев, в год, в 3 года. То есть родитель должен четко быть уверен в том, что у ребенка со зрением все хорошо. И вот тогда уже усаживать на определенное расстояние. Да? И родитель должен быть насторожен, когда он видит, что у ребенка есть тенденция подходить к телевизору близко. То есть ребенок, он такой, он логичный, он понятный, он не может агравировать. То есть если он не видит, он действительно подходит близко. Когда ребенок подходит близко, вы его берете за ручку и ведете к офтальмологу, если до этого вы ни разу не были. Потому что ребенок не может сказать «я вижу плохо». Он может так видеть плохо с рождения и не знает, как видеть хорошо. Скажите, а что вреднее, телевизор или компьютер для нашего зрения? Компьютер, безусловно. А за счет чего? За счет чего? За счет разрешения экрана, за счет бликов, которые возникают на мониторе, за счет вот этого излучения синего спектра, который присущ любому монитору. Вот, то есть все это, все эти блики, синий спектр, все это гасит наш зрительный анализатор. Скажите, какие упражнения можно делать самим или, так сказать, делать эти упражнения с детьми, чтобы немножко глазная мышца отдыхала? Чтобы разгрузить немножко. Чтобы глазная мышца отдыхала, надо бегать, прыгать, отжиматься. Вот как я говорю своим пациентам, 20 минут урок, 10 минут отжимаемся, бегаем, прыгаем. Сели опять, потом упали, отжали, сели опять, занимаемся. То есть надо физическую нагрузку сочетать со зрительной нагрузкой. Это очень здорово. Поэтому... И тогда специальные упражнения не понадобятся? Ну как? Специальные упражнения, да, они требуют желания, времени, понимания. Но тем не менее, самое элементарное, о котором я уже сказала, встать и посмотреть в окно далеко. Далеко, вот посчитать там птичек в небе. Это очень классное упражнение. Нет, ну существует в интернете масса упражнений. Все упражнения направлены на то, чтобы снять зрительную нагрузку, да. Есть очень хорошее упражнение, которое просто улучшает кровообращение в глазных мышцах, да. Мы знаем все это упражнение. Вверх, вниз, в стороны, круговые вращения. С закрытыми глазками. С закрытыми глазами очень хорошо находиться. В данной ситуации расширяется зрачок, снижается тонус аккомодационной мышцы. И существует методика по Бейтсу, называется пальных, когда мы закрываем глаза, но мы еще вот так вот скрещиваем ладошки и прикрываем, ладошки ставим на переносицу, да, и еще дополнительно прикрываем глаза, создаем полнейшую темноту, то есть на локти мы опираем на поверхность какую-то, чтобы быть максимально расслабленными. И вот в этой полной темноте мы представляем что-то темное в темной комнате. Да, вот там можно играть с детками. Черная кошка в черной комнате. То есть вот так, вот это полное, хорошее такое расслабление
зрительного вот анализа. Кристина Анатольевна, и напоследок, вот какие-то цифры, потому что взрослые очень любят цифры. Мы сейчас говорим о детках, но со взрослыми. У нас разговор такой серьезный утренний. Сколько можно приблизительно, сколько сейчас деток находится на лечении вот, в областной офтальмологии? Увеличивается ли это количество летом с каникулами? Какие-то, может, экстремальные случаи сейчас есть у нас? Или взрослые могут быть спокойны? Ну, экстремальные случаи – это детский травматизм, да, вы понимаете? То есть, как бы, вот, ну да, у нас вот лежат детки с... Какие в частности, с тяжелым проникающим ранением, да, то есть, но опять-таки, понимаете, травматизм, он совершенно разный по возрастным категориям. То есть, если детский травматизм до, скажем так, 6 лет, это в первую очередь где-то родители не доглядели, да, то вот чем старше ребенок, механизм травмы другой. Дети, они исследователи, они экспериментируют, то есть, чаще... Это какие-то опыты, да, взрывы, фейерверки, там, химические какие-то вещества взрываются. Ну, чаще это присуще больше мальчикам. Мальчиков больше, чем девочек попадает. Я зрозуміла, треба по дитячому травматизму запрошувати вас іще раз. Окремо. Окремо, так.